И продолжает финал команда Греции. Я разговаривала с тренером команды Греции Ириной Илеевой. Она родом из Болгарии, правда, уже 30 лет живет в Греции. И, конечно, ее смесь языков, на котором она общается, это и русский, и болгарский, немного греческого, чуть-чуть английского. Но единственное, что я поняла, она была ученицей Нешки Робевой. Знаменитой Нешки Робевой, которая... Ну, считается одной из основательниц школы художественной гимнастики в Болгарии. Так что у этих девочек хороший наставник. Но, к сожалению, произошла ошибка в самом начале упражнения. На сотрудничестве обруч вышел за площадку даже, да. Но хорошо обошлось без замены предмета. Интересно выполнен риск, как бы наоборот, контрастно. Гимнастки с обручем сначала выполняли стоя вращение, а потом опустились на пол. А гимнастки с булавами наоборот. Сначала были на полу, а потом поднялись наверх. И очень интересно просмотрелось. Гречанки. Вот одна только вот эта досадная в самом начале, но дальше они собрались и выполнили упражнение до конца. Team Greece. Под музыку очень популярного в этой стране композитора Хьотиса выполняли девочки композицию свою. Ну а команда Финляндии получает оценку 16,45. Это на 1/10 больше, чем у команды Германии. Ирина Илеева.